В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и воинской службе, весенний призыв в этом году проводится с 1 апреля по 15 июля. В связи с пандемией он имеет свои особенности. Как проходит весенний призыв в Карачаево-Черкесии, вестям рассказали в военном комиссариате республики. Подробности Мурата Джанкезова. Воинский призыв в армию осуществляется дважды в год – весной и осенью. Весенняя призывная кампания длится на 2 недели больше, и под призывные мероприятия подпадает большее количество юношей. Нынешняя призывная кампания имеет свои особенности, связанные с распространением коронавируса. Значит, решение министра обороны Российской Федерации, выпускники 11 классов общеобразовательных школ на мероприятии весеннего призыва не вызывается. В первую очередь на мероприятие призыва и на призывные комиссии вызываются граждане, которые предварительно по состоянию здоровья годны к военной службе, а также не имеющие права на отсрочку. В связи с распространением коронавирусной инфекции работники военных комиссариатов изучают призывников дистанционно, в основном по телефонам. Затем назначается срок явки на заседание призывной комиссии, при этом призывники заранее сдают обязательный тест на COVID-19. Призывники доставляются на сборный пункт республики, где проводится барьерный контроль, а именно измерение температуры, обеззараживание рук, одежды, выдача одноразовых масок, перчаток, а также бахил. После данных мероприятий все призывники повторно в порядке очереди на изолированном расстоянии друг от друга сдают тесты на COVID. После получения результатов, если результаты отрицательные, призывники, соответственно, допускаются к прохождению медицинского осмотра и всех мероприятий, которые предусмотрены перед отправкой в войска. На территории сборных пунктов республики запрещены все массовые мероприятия, связанные с проводами в армию, и строго соблюдаются карантинные мероприятия. Сейчас у нас родители на призывные комиссии, на военкомат, на сборный пункт вообще не допускаются в связи с ковидом. Допуск разрешается только самим призывникам. И решение принимает призывная комиссия в зависимости от наличия специальности, состояния здоровья и профпригодности. На сегодняшний день мероприятия по предупреждению распространения коронавируса, проводимые военным комиссариатом республики, позволили не допустить заражения коронавирусом ни одного призывника и ни одного работника сборных пунктов. Мурат Шанкюзов, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия.